Здравствуйте! С вами снова я, Ксения Колесниченко. Мы с вами выполним задание 14 дня марафона дата-йоги по ClickSense. Я открыла приложение, и, как всегда, мы видим, что начинаем работу с чистого листа. Мы заходим в модель данных. И видим, что здесь есть набор продуктов, сыров, с определенными характеристиками. Выполняем первое задание. Для начала создадим новый лист и нажмем кнопочку «Изменить». Необходимо добавить элемент «Ключевой показатель эффективности» на панель. Мы заходим в диаграмму, выбираем KPI. Добавляем две меры для элемента, основной и вспомогательный. Ну, мы добавляем сумму продаж. И вспомогательные средние продажи. Называем их продажи. И средние продажи. Назовите меры и выведите единицы измерений. Ну, меры я уже назвала. Выводим единицы измерений. И мы выбираем формат чисел денежный. И в конце выбираем... Удаляем знаки после запятой и ставим знак R с точкой. Четвертое. Добавить числовой предел, за выход которого показатель будет закрашиваться зеленым цветом. В противном случае красным. Идем в вид, цвета, мера первая. Выключаем цвета библиотеки. Включаем условные цвета. Предел, например, для основной меры суммы продаж будет, допустим, 40 тысяч, да, как у дата-йоги. И выбираем красное значение и зеленое. Если превышает, мы жмем такой значок. Если меньше, вот такой. Далее делаем то же самое со второй мерой. Добавляем предел, например, 1500. Делаем его красным и зеленым. Значки, соответственно, такие. Все. Мы выполнили нашу задачу.